Привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Итак, это второй выпуск нашего шоу. В первом выпуске, вот, кликайте сюда по подсказке, мы повторяли гол Тьерри Анри. Абсолютно, друзья, любые голы, которые вы можете нам написать в комментариях, мы можем взять новое шоу, которое, ну, если вы действительно поддержите это шоу лайками и просмотрами, то обязательно второй сезон будет. Итак, напоминаю, у нас шоу на 50 тысяч рублей. В первом выпуске мы не скажем, кто, конечно, победил, чтобы вы посмотрели этот, но... Интрига. Да. Так что мы переходим ко второму голу. Лиги чемпионов против Байера, замечательной подачи Роберто Карлоса, поэтому оценивание такое у нас. За непопадание вообще в створ даже, ну просто удар мимо, это 0 баллов. Если мы забиваем какой-нибудь левый гол, просто чисто гол, это 10 баллов. Если мы забиваем красивый, это 20. Если в точности мы повторяем голы, это 30 баллов. Ты первый. Вот она благодарность. Так, седьмой. Что ж, друзья, во втором выпуске у меня получилось двумя шальными какими-то ударами забить. У Максима один всего лишь гол, но тоже у него были опасные удары. Если у вас получится забить гол Зидана, когда он сам, кстати, говорил Зидан, что на тренировках у него вообще больше после этого удара не получалось забить, надо повторить. Поэтому действительно сложный был гол. Если у вас получится повторить, либо забить какой-то красивый гол, скидывайте к нам на почту, и потом мы выложим, например, в отдельном ролике все ваши голы.